Европейскую или даже мировую славу Одессе еще в XIX веке принес Императорский Новороссийский университет, сегодня известный как Одесский национальный имени Мечникова. На днях 13 мая вуз отметил 155-летний юбилей, а 16 мая в ОНУ прошел День открытых дверей. Из-за карантина его пришлось проводить онлайн. Вот так 21 век и карантин вносят свои коррективы в работу старейшего вуза на юге Украины. В открытые двери университета теперь можно заглянуть через окно интернета. А ректор, деканы факультетов и преподаватели отвечают на вопросы абитуриентов при помощи социальных сетей. На самом деле, дистанционное обучение и обучение в режиме онлайн мы практиковали и ранее. Но, конечно, экстремальные условия карантина привели к тому, что мы, в этом смысле мобилизовались. И сейчас все занятия со студентами в полном объеме проводятся в дистанционном режиме. И многие из них онлайн. По словам ректора, карантинные ограничения, хотя и внесли коррективы в процесс обучения, но не повлияли на число желающих стать студентами вуза и поучаствовать во вступительной кампании этого года. Это не было традицией у нас. День открытых дверей в онлайн-режиме. Мы надеемся, что состоится активное общение с потенциальными абитуриентами и родителями, всеми, кто болеет за наших будущих студентов, с тем, чтобы рассказать им об университете, выслушать их вопросы, дать ответы. Здесь проректоры присутствуют, руководство университета, приемная комиссия и все деканы факультетов. Приемная комиссия начала работать в университете с 12 мая. И в течение последних недель абитуриенты и их родители присылали свои вопросы. У нас на протяжении последней недели в такой интенсивном режиме заявлено достаточно много вопросов от наших абитуриентов, от их родителей. Ну и вот сегодня будет такая возможность получить ответы на эти вопросы как от деканов факультетов непосредственно, так и, понятно, от приемной комиссии. У нас есть несколько изменений в правила приема, которые связаны с изменением в условия приема для поступления в высшее учебное заведение, в том числе по срокам вступительной кампании. В связи с карантином в полном объеме вступительная кампания в вузы в этом году стартует только 1 августа. Однако уже сегодня началась онлайн-регистрация на ВНО по иностранным языкам и ряду других предметов. Все равно наши абитуриенты – это наши абитуриенты, это наши будущие студенты. У них только есть возможность чуть-чуть больше подготовиться к ЗНО и таким образом стать студентами Одесского национального университета имени Мечникова. Как и все предыдущие 155 лет своего существования, Одесский национальный университет готов открыть свои двери для будущих звезд науки, политики и культуры.